уважаемые таджикистанцы, в социальных сетях распространился призыв Мухаммад Бакирова, который призывает мирный народ на некоторые незаконные поступки. Это никакого основы не имеет. Он просто этим хочет расшатывать мир и покой нашего народа, который мы сейчас живем в мире и покое, и никакого основы не имеет. И дела, которые он совершает, это противозаконно.